поехали. Вот, вон, ребят. Поилку вон туда сделал, видишь? Поилочка. Поилка. Купалка. Да, вот вроде жердочки все сделали. Разнотравье всякое. Софлор, семечки. Просу. Мелкие семечки. Для мелкой птицы, как чиж и вьюрок. Вот такой вольерчик сделали. Новый. Все ново. Вот. Сейчас будем заселять птиц. Вот. Да. Вот. Подарок к новому вольеру. Вьюрки. Не, не так, подождите сейчас. Все, залетели вольерчик. Сейчас еще дальше щеглов заселяем. Вот. На дно насыпали песок, опилки, ветку. Ай, аккуратнее. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот так сделали. Веревочками. Вот ветку срубили. Там закрыли дверку маленькую. Вот. Сейчас будем. Уже закрываем сезон. Вот. Всех манков, всех щеглов в этот вольер. Он как домашний, сел возле, да? Вот. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас съех их туда. Здесь вот у Алике находимся. Сосед. Это тоже ручной. Угу. Лачи же тебе. Не хочет он так. Хочет. Здесь у нас вот такой кирпич. Один же, да, кирпич? Да. Вот. Все замазано, заштукатурено. Там еще потом доработочки кое-какие будут. Ну, замочек повесили. Облицовку сделали. Вот. Вот чижик мой. Кто узнал эту клетку? В моих видео видели вы сывы. Иди. Иди. Вот так. Все, пошел. О, начинает уже давать о себе знать. Вот веточки видели, как он сделал. Чопик прибил анкерами вот этими, как на геля. Просверлил посередине под диаметр вот этой ветки. И туда ее просто ставил. И здесь на шуруп завернул. Вот. Как-то так вот. Чирикает. Сейчас он уже на полу. Зеленушки лазит. Вот. Все. Не бьются, видишь, они сразу, да, вот так раз все расселись и сидят. От души сделаны же. Вот он, старик хороший у нас, певец, тоже на каникулы до следующего сезона. Давай, роднуля, иди, иди. Давай. Все, залетел, запищал даже, красавчик. Все. Еще там, да, еще в садках там есть. Вот они зачирикали. Вот, зеленухи, чижи, вьюрки у меня вот в вольере были, кто видел. Вот. Ждал вот, когда достроим здесь все. И вот. Сейчас запускаем всех сюда. Вот. Алике умеет ухаживать за птицами. Сейчас вот он минералку скоро сюда поставит, как я ему сказал. Мешанку делать будет. Вот, так что нормально все будет.
парочка алтайцев. Ну давайте, родной. Давай, давай. Красавчики. Сколько там у тебя еще осталось? 4 Вон песок там засеял. Хорошо так, нормально прям. Опилки сверху фруктовые. Вот. Короче, вот вольерчик сделанный от души. Вот сидят. Сейчас осадник запустим, и все, и пусть сидят. Привыкают. Кто привыкает, кто привыкший, так адаптируется пусть. А сидят, чистятся кто. Кто что делает. В основном чистятся, сидят. Еще идет партия. Вот еще 3 зимника. Вот зимники еще 3. Хорошенькие эти тоже, да. О, сразу 3 вышли. Вылети, да, сразу. Опа. Вот так вот. Один без хвоста. Хлопок оторвал хвост. Вот. Ну, в принципе, вот так. Так что сезон закрытый. Будем переходить на рыбалку. До следующего сезона. Также иногда нет-нет, заходите, рыбалку смотрите, ставьте лайки. Так что, как-то так. В реке все. Наконец-то я достроил вольер, заселил. Им свобода, чтобы была. Да. Все, всем удачи.